Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня мы в лесу сосновом. Вот такой сосновый лес на даче. Сегодня Никите 30 лет, моему зятю. Пока у нас идут приготовления. Хотим праздновать вот здесь, на террасе. Идет дождь. Так, сейчас попробую включить свет. Вот. Вот такие у нас тут идут пока приготовления. Стол подготовили, но пока не накрыли. Думаем сейчас, где нам либо в доме садиться, либо вот здесь вот, на природе. Хотя... дождь сегодня не на шутку разошелся. Павел с вами хочет поздороваться. Всем говорит... привет! Всем привет! Не ломай самокат ты, всем привет! Давай, куда погнал? Да у меня вообще это, бензин умал. Вообще бензин, не вообще. У меня просто... 5 лет не говорят вообще. Все, он погнал. Я на поезд. Давай, цветы тут не затопчи. Это не ты тут уже упал в цветок, ты, тюльпан-то. А все, муж, нет, говорит, не я. Готовимся сейчас за стол садиться. Стол. Там все будет сидеть. Что с края-то? Люди придут еще, тут с края садится. Ничего у нас нет. Мы все съели. Шашлык доедаем. Все, поздно. Гуляла ты. Хорошо. Ой, голубки, голубки, смотрите, голубки. Голубочки, помахайте. Остальные не хотят снимать. А мы их все равно снимем. Ура! С днем рождения! Вот такую красоту Павел подарил папе. С днем рождения, папуля. И фотография. Отсвечивает Павел. Павел и Никита. Катька глаза красит. Скажи всем привет. А, культурная. Это моя идея. Да, это ее идея. Все, Санек уже готовчик. Саня! Двигайся, раненых привезли. Че, не. Жень, что с отцом-то? Мы в дом уже перебрались, там что-то холодно на улице. Вот Пащулька, вот Пащулька. Что ты скажешь нашим дорогим зрителям-то? Абрикосы трескают. Привет, у него рот занят, привет. Павел. А Никита даже в свой юбилей на боевом посту, да, Никит? Энергичней, девочки, энергичней. Андрюха, группа поддержки. О! Самые стойкие оказались. Девчонки, танцуют все. Энергичней. Да, что-то вас маловато здесь. Никит на боевом посту. Уберите пьяного подростка. Мы уже перебрались в дом, на улице холод. И все вместе. Не приставайте к мужчине, девушка. Мужик какой. Пустяк.
сделать хоть раз что-нибудь не так. Паш, мама к папе пристает. Женщина опять пристаете к мужчине, а? Не тебе, а мужу. С днем рождения тебя, с днем рождения поздравляем, с днем рождения тебя. Ну как-то вот так прошел сегодня наш праздник. Возвращаемся домой. Всех любим, ценим, уважаем. Спасибо всем, кто был на нашем канале. Ждем вас с нетерпением. Пока-пока.